В округе прошли отборочные соревнования по боксу на кубок губернатора Московской области. Воспитанники Люберецкой комплексной школы Олимпийского резерва сразились за звание чемпиона. Ринг выявил сильнейших боксеров. Мне нравится бокс из-за того, что это равнодушный вид спорта, то есть там надо не в силу ударить, а надо подумать перед тем, как ударить. Я прошел отборочный тур, я буду защищать честь Люберец до конца. Единственное, что я хотел бы им пожелать, чтобы они смогли найти то время, в которое они должны боксировать. Время, конечно, поставлено не очень удобно для спортсменов, боксеров и тренеров.